Ребята, они меня так хотят сильно убить, я очкую. Маяки, вот тут мне и жопа, наверное. Сейчас сам себя запутаю. Ё-моё, блин! Ё-моё! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Крошка, Окрошка, Кинг Ганчпук, Дарк Драгон, Простой Человек, Васаби Скромник, Кичен Зук, Редиска. Пацаны, поздравайтесь! Всем привет! Всем привет! Здорово! Не болейте, люди! Сегодня мы играем в Гаррис Мод, и давно у нас не было рубрики, когда фиолетовый человек охраняет помещение, а мы по нему выживаем. Скорее всего, этого ни разу не было. Если вы кушаете, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ребята, кого он убивает, тоже становится кинганчпуком и начинает других убивать. Ребята, настроение классно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся записать что-то очень годное. Сколько у него там? 500 хп же, да? Ну... А ты тоже можешь дверь открывать, ты чё переживаешь? Обманул меня. Ребята, а чё вы на улице? Давайте забегайте вовнутрь, он не достанет на заборе. Надо прятаться там, где он может достать. Вонючие читеры. Оксон, сколько у тебя хп? Давай, убивай его. Сколько у тебя? 480. Я хочу пострелять что-то. Так, надо. Так. Скажи, когда тебе так мало хп будет. Слайс, мегафайр. Слайс, я ж не допрыгну. А ты можешь на расстоянии вроде бы бить? Нет. Не можешь? Только вблизи. Нифига себе, карта большая, прям очень круто сделана. Иди карта сюда. Мега здоровая. Грегори. Минус маньяка. О, тут Грегори пошел. Я знаю минус маньяка. Эй, ты че мне его привел сюда? Не приводи его. Да я не тот Грегори, который за которым. А, тут же у нас много Грегори. Я играю за Ванессу. Но она нас никогда, да, пацаны, не поймает. Да, мы идти на пацаны. Тяжело играть? Сам же напросился, да, играть за фиолетового челика? Идем за мной, я тебе покажу нычку крутую. Пошли. Ого. Стойте, ну куда вы? А что так вас? Закрывай. Он бежит. Он тут где-то? Он там. Да ё-моё, вы что его привели сюда? Мы тут нычки только нашли крутые. Так, офигеть, вы уже на крыше. Неплохую карту я нашел, неплохую. А, где он? Этот эхо на всю карту, да? У вас тоже эхо? Да. А чё это, а чё эхо? Раньше такого никогда не было. Он под нами. Зато мы теперь не будем знать то, что он всегда хоть далеко, хоть близко. А где он, где он? Вон он, вон он. Хочешь постреляю по тебе? Нет. Он сейчас тебя убьет. Не-не-не. Бежит, бежит, бежит. Смотрите, какой целеустремленный. К нам бежит. А он не достанет нас. Он может забрать. Но... Он может. Ну, надо же смочь. Это место для тебя. Эй, я так боюсь, когда он машет, этот звук этот. Мне так кажется, что он меня чикнет. Смотри, стою. Ух ты. Как это было. Очковенько. Не, пацаны, давайте спустимся вниз. Ну, реально тяжело ему будет. Давайте, я внизу вас жду всех. Нет, Димас, не надо. Да надо, надо. А как он нас убьет? Он нас никогда не убьет. Все, давай, я тебя жду на первом этаже, щенок. Пошли. О, я сейчас буду его троллить вокруг полочек. Они, если что, падают, Димас. Они падают? Да. Нифига. Если он их ударит ножом, они могут завалиться? Да. Есть, есть. Боже, какой ты молодец, что ты крошку... Ой, Дарк Драгона убил. Ха-ха-ха, это круто. Я бы, он убежал бы. Ты молодец, умничка. Он не достанет с такой высоты. А он бьет на расстоянии, в этом есть большой плюс его. Чуть-чуть расстояние. Давай, теперь у нас, ребята, два фиолетовых челика. Сегодня в этой серии, когда Ванесса и Грегори, они дружат. Подружились, да? Чтобы выжить. Ванесса и Грегори помирились, чтобы выжить. Так ролики будут называться. Ой, крутая нычку нашел. Да? Я очень крутую нычку нашел, но я не скажу. Они сейчас все сюда придут и начнется веселье у нас. Теперь тебя не двое. Ой, вот. Первый пошел. Ой-ой-ой. Блин, я его так боюсь что-то. Сюда не сядешь. А ну отвали, я боюсь тебя. Двери закрыл, двери закрыл. Отлично, ребятушки, ну что? Вот тут и будем выживать. Давайте чисто вот в этой местности. Где шкафы? Кто будет последний выживший, тот будет лучшим игроком.
Ой-ой-ой, как рядом. Не харе спринтов. А как нам выжить? Вы бьете на расстоянии. Смотри, ты мог ударить наперед, и таким образом мы меня убили. Я драгону в спину ударил. И что, он выжил? Да, типа. Ай-яй-яй-яй, я его увидел, и он меня тоже. Блин, тяжело, да, пацаны, убить? Очень сложно. Ну да. Дам подсказку, я вижу компьютер. Принтуть это неинтересно. А как нам выжить тогда? А давайте без прыжков. Давайте без бенни-хопа, хорошо. Так согласен. Вот, смотрите, как нам попасть. Согласен. Но а может нам еще добавить... Ребята, есть мод на усталость? Да. Да, есть. Было бы прикольно, если бы, да, я уставал бы. Это может не мод есть, ну, да. Типа как в оригинальной версии Half-Life, допустим. Ты там устаешь тоже. А, за мной бегу, да? Да. Надо наперед ударить. Это реально. Пацаны, надо наверх прятаться. На. Есть, васаби скромник, ты что, умер? Уже три будет. Теперь трое, ребята, в конце будет сейчас мясо. Димас, ты знаешь, что я маньяк? И как ты меня не убил? Сложнее. Кстати, пацаны, а можно же через меню консоль прописывать, допустим, команду на уменьшение скорости? Можно, да. Да отвали, ты меня чуть не убил. Ребята, они меня так хотят сильно убить, я очкую. Мы маньяки в 10. Вот тут мне и жопа, наверное. Сейчас сам себя запутаю. Ё-моё, да. Блин! Ну ё-моё! Ванесса! Ну извини, я сегодня твой плохо управлял. У меня так ноги перекрутило. Это эпично. Ну шо, еще один псих идет. Блин, а серьезно говорю, не поддавался. Игра прям на всю силу. Ну не знаю, я что-то думал, ты махнешь. И ты промахнулся. Ты один остался? Да еще мог. Нет, еще Кичензу бежит. То, сколько еще людей? Я еще жив. А че вы боитесь? Тоже. Мы же договаривались тут в ящиках заняться. Или на первом этаже. Все, вижу собаку. Пацаны, закрывайте двери. Закрывай двери сразу. Все, гоните ее сюда, я ее тут жду. Это быстрее, чем ты бежишь. Иди сюда, щенок. Давай, гаси ее крошку. Я его тут жду. Вы на крыше? Да. Нет. Отлично, закрыли дверь. Ну что, подлец. Да не спринтуй ты, редит. А нельзя. Не спринтовать, так что ему сдохнуть. Не, можно спринтовать, нельзя прыгать. Прыгать. Вы не хопить нельзя. Я упал. Внизу, пацаны, я за ним. Все за ним. Нет, надо пацаны наперед немножко ударить, так ты не убьешь его. Обходим, с другой стороны. Так, их тут двое, тут Грегори и вонючая собака. Мне этот не говно. Отлично, пока мисс, все хорошо. Их тут трое на парковке. Блин, ну я не знаю, их тяжело, конечно, будет догнать. Так легче, чисто. А третьего лица, конечно, есть большой смысл. Это, блин, ты меня не домашь, ну двигайся, ты меня же не вынес. Ну извини, обстоятельства. Ну ничего, затащи. Так, они убегают, короче, опять по кругу, через крышу пошел. Очкошник. Давай, очкошник. Собака. На тебя все надежда, ты сможешь. Не сможет. Сможет. Ури. Да ё-моё. Да удари, неси, не спеши. Главное не я спешить. Собака убежала на улице бездомная. Блин, да прям на очень большой ход ударить. Может тяжелую артиллерию взять? Нет, все хорошо. О, кстати, давайте этот. А, кто остался? Еще один или двое осталось? Двое. Я остался еще. Короче, мы же можем нажать на R английскую и превратиться в спринтрапа жесткого. Дима, я еще жив. О боже, сколько все же спринтрапа стало. Ну капец. Ого, я теперь бегаю. Вот теперь я бегаю, ребята. Еще раз R нажимать английскую, еще раз. Все, побежали. Меня подожди. Вы готовы, пацаны? Смотрите, какая у нас теперь скорость. Еще раз нажимай R. Я нажимаю, в чем прикол.
Я пока что мучаюсь от боли. Ну мучайся, покорячься. Вот это скорость. Пацаны, как думаете, легче теперь будет убивать? Да. Вот, все, Дим. Тем более не надо теперь махать рукой, можно сразу догнать и ударить. Нашел одного один на крыше. Давай, спускай его сюда вниз, я его жду. Есть! Ее последняя осталась. Ну что, последний может быть не хопить. Полностью использовать весь свой арсенал и бегать по всей карте. Ну что, лучший игрок у нас, да, остался? Меня увидели. А это новенький? Нет, я... Он лучше играет всех, оказывается? Новенький, да. Ну, наверное, режим крысы включил. Нет, Кинганчпок это не новенький. Нет, я последний остался. Чего с вами? Ну что вы друг друга убиваете, пацаны? Вы на крыше все? Обстоятельства. Он на крыше. А, он на крыше. Вижу. Вижу. Я сейчас все вместе, за ним. Где он? Вот это скорость. Отлично. Неужели нам попался хороший игрок? Ура! Пацаны, ну что, вы поняли, что сейчас будет? Да. Дуэль аниматроников. Только все берут одинаково, вот как и сейчас у нас, и каждый играет сам за себя. Димаш, подожди, я превращаюсь, только не убивай. Хорошо. Не, ну ты вообще. Не, я тебе еще. Да, я просто проверил. Ну что, пацаны, готовы? Нет. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Выживет сильнейший. Кто проигрывает, наблюдает. Так, редиска не участвует. А крошка не жми на спавн. В смысле? А у него жизни много, не получится убить. Я тоже. Ну что? Где? Где у нас тут негодяя? Я очень быстро перемещаюсь. Люди перемещаются, и слышны крики. Так, что, все живые еще? Да. Редиска только умер. Прощай, Мартин, звук. Я остался. Я не могу заспавниться. Ничего страшного. Блин, ты приз вообще. Отлично. Ну что, Васаби Скромник живой, я живой. Кто еще живой? Я остался. Дарк Драгон живой. Ну, ты знаешь меня, Дим. Да, ты крыса, я тебя знаю. Я его понял. Я чуть не подавился смехом. Нет, ты мертвый. А чё, пацаны, вы где? А я не скажу, я ищу вас, вы где? Отлично. А ведь маньяк. Я психолог. Ну чё, где? Дима, ты где? Васхаби Скромник, да, живой ещё? И Дарк Драгон живой? Да. Я иду, а вы где? Я на крышу. А, вы на крыше. Ну давай, иди сюда, сволочь. Он на крыше, Дима. Я готов с тобой повоевать. Отлично, я что, живой? Я остался. Все, ну что, дуэль, Дарк Драгон против меня. Как вы думаете, кто же выиграет? Я думаю, что вы где? А я думаю, что я вы... Ах ты тварь, а ты где был? Блин, ребят, это было эпично. Хочешь покажу где? А, ты ждал, пока я, чтобы сверху спрыгнуть и убить меня? Видно же меня здесь? Ну, как плохо видно, надо прям посмотреть туда, чтобы увидеть. Если вам понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще. Мега взрыв. Нет.